прошлом Альбина Ахметшина была девушкой неуверенной, смотрела, как люди бросают себе вызов в шоу «Не играй с огнем», и даже представить не могла, что однажды станет его участницей. У меня есть один талант, который самый большой, я считаю, это любовь к жизни, позитив. Люблю дарить всем энергетику, поэтому я в этом проекте буду всех радовать. На этих кадрах девушка еще не подозревала, что скоро станет победителем проекта. Она просто выполняла задания организатора и всегда оставалась оптимистом. Это и помогло ей покорить сердца зрителей. Все задания были сложными, но самое сложное – это, конечно, был прыжок в скай-парке. Это в Сочи 207 метров свободного падения. И, конечно, еще эмоционально сложное было провести день с особенным ребенком. Это у нас Лерочка с нашего города. Девушка считает, что участие в шоу украсило ее жизнь. Вместе с этим перемены произошли и в ее внутреннем мире. Я стала более увереннее немножко. Не могу сказать, что прям на 100%, но это было столько эмоций я получила. Незабываемое провела лето. И, конечно же, у меня появилось очень много друзей и знакомых. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР.